Здравствуйте, уважаемые зрители! В это непростое время, когда все внимание в мире приковано к войне в Украине, где погибает много людей как с той и с другой стороны, ковид отошел на другой план и, можно сказать, ушел из новостей. Тем не менее, он продолжает уносить жизни людей. Буквально недавно пришла печальная новость о смерти совсем молодой актрисы, фотографа и журналиста. На 35-м году ушла из жизни советская, российская и украинская фотожурналистка и актриса Анастасия Федосеенко, известная как самый юный фотограф СССР. В сентябре 2021 года она перенесла заболевание COVID-19 и микроинсульт. С 22 апреля 2022 года Анастасия находилась под аппаратом искусственной вентиляции легких. У нее появилось неоперабельное новообразование в легком и фоновая инфекция. Врачи боролись за ее жизнь, но, к сожалению, безрезультатно. Анастасия Федосеенко родилась 1 апреля 1987 года в Донецке в семье фотографа Сергея Федосеенко. В детстве стала известна как самый юный фотограф СССР. В 1,5 года начала интересоваться фототехникой своего отца, который в тот момент был руководителем детской фотостудии в Донецком дворце пионеров, после чего начала помогать ему в фотолаборатории и снимать сама.